и лишили нашей общей истории. Вот просто лишили доступа знать правду о нашем общем. И это, в общем-то, формирование, знаете, таких, вот не побоюсь этого слова, людей без памяти. А как мы все знаем, и я как педагог, и здесь педагоги, и все мы понимаем, что сегодня дети, завтра народ. И, знаете, это невероятно ослабляет самих детей, которых лишили этой правды. Вот объясню почему. Потому что, получается, ребята, которые учились по вот этим учебникам, о которых мы говорим, да, они, конечно, не имеют даже такой возможности знать о том, что они могут гордиться подвигами своих великих предков, нашей общей истории, нашей общей победой. Они не знают о том, что они могут гордиться тем, что Юрий Гагарин наш космонавт, что они были в составе Советского Союза в тот момент. Это тоже их гордость. У них нет общей боли с нами –